Долго под ногами. В связи с выпаданием обильных дождевых осадков произошел резкий подъем уровня грунтовых вод в низменных участках села Шипуново, в результате чего оказались подтоплены приусадебные участки и жилые дома. На данный момент в населенном пункте остаются подтопленными 82 приусадебных участка, в том числе 32 жилых дома. Вода на уровне пола. Все подтопленные дома находятся в низменных участках местности. Жители от эвакуации отказались. Подготовлен один пункт временного размещения общей вместимостью 415 человек. Для проведения мероприятий по ликвидации последствий подтопления на территории населенного пункта Шипуново работает группировка сил и средств РЧС в количестве 103 человека, 52 единицы техники, в том числе от МЧС 32 человека, 6 единиц техники. Работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Основные усилия направлены на информирование населения, оказание адресной помощи, проведение инженерных работ по откачке и отводу воды, проводятся мероприятия по расчистке системы дренажирования почвы.